А у холі погляди усіх без виключення учасників прикуті до ось цієї усміхненої трійці найкращих друзів. Вже півгодини поспіль вони збивають з пантелику кожного, хто намагається здогадатися, в який спосіб вони підкорюватимуть головне шоу країни. Саша у нас чуть-чуть бітбоксер, чуть-чуть вокаліст, чуть-чуть хореограф, ну всі ви почуть. Солянка. Ну що ти там скоро? Ти ж і бацбара. Так любить говорить Денис, талантливий чоловік должен бути талантливий во всьому. Сальто или шо? Я сейчас не научу. Вообще профессиональное домино начали в последнее время увлекаться. Да, кстати, это очень серьезно, домино. Я играю борза. Ну вот так вот. Так і не зізнавшись, на що ж з усього розмаїття своїх талантів вони робитимуть головну ставку, таємничі хлопці чкурнули за лаштунки. А за ними і кілька найзацікавленіших. Дуже вже кортить на власні очі побачити, що вироблятиме ця трійця. Невже і справді гратиме у доміно? Люди завжди люблять щось новеньке, цікавеньке. Давайте, заждіть. Да? То есть должно быть интерес? Должно. На это рассчитываю. Но смотрите, получите в зуб, если это будет неинтересно и скучно. Не получите? Не получишь. Это он сказал. Класс, я такое люблю. Что ты любишь? Я ничего не вижу, а ты уже это любишь. А я уже люблю. She came into the place I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. She stepped to the moon. I could feel the heart, her presence, every hit. It's true. Ooh, you've been
самом деле, как зовут? Так и как называется, так и называется. Бегемот. Бегемот. Так мы его и называем. У нас, вы знаете, люди хуже танцевали, а ваш бегемот, о-о-о. Я считаю, что это отличнейшее выступление, и сразу говорю «да». Спасибо огромное. Не будем тянуть, как говорится, бегемота за хвост. Тут нема чего обговаривать, и так. Спасибо большое. Спасибо. Согласен абсолютно. Музыкально, с юмором, красиво, захватывает. Чувствуешь себя ребенком. Я думаю, что вы находка для нашего шоу. У вас три «да». Спасибо. Классное выступление. Просто я восторг. Я бы назвал «Бегемот Умат». Украина моя талант. Да. О! Ну, где бегемот? Вы же несли его с собой. Ребята, я просто влюбилась в вашего бегемота. Это спасибо. Потрясающее нечто. Восхищена и просто салют эмоций. Спасибо. Спасибо вам огромное. Поздравляю, ребята. Спасибо. До встречи. До свидания. Украина!